Хочешь верь, хочешь не верь, а дело было... Двадцать лет у власти мало, и запал мой не потух. Конституция мешала, значит, быстро, без скандала, перепишем в прах и пух. Вжик-вжик-вжик, хоп, и статья готовенькая. Чирк-чирк-чирк, хоп, будет точно новенькая. Налетай, не ленись, покупай живопись. У нас, так же, как и в любой другой демократической стране, есть главный, основной закон. Называется он Конституция. Была такая возможность, легко можно было поменять Конституцию и, я сейчас про себя говорю, и избраться на третий срок. Но Конституция этого не позволяла. Государственная Дума рассмотрит законопроект о поправке к Конституции РФ на пленарном заседании. Всенародное голосование по предложенным президентом менее недели назад изменениям может пройти уже в апреле. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против затягивания исторического решения. Эти решения необходимо как можно быстрее обсуждать, принимать и выносить на наши грани, на голосование. И люди пускай примут решение. Оскорбительный, на мой взгляд, для нашей страны, для нашего народного совета поменять Конституцию. Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу. Мозги. И я скажу почему. Потому что то, что они предлагают, это очевидный рудимент колониального мышления. По предложению Владимира Путина всего 14 подготовленных специальной рабочей группой поправок будут вынесены на голосование одним пакетом. Это похоже на манипулятивный и пропагандистский прием, заявляют в движении в защиту прав избирателей «Голос» и требуют проведения референдума, возможности для россиян высказаться отдельно по каждому из вопросов. Данные изменения должны производиться с учетом требований Конституции действующей. Они предлагают менять в том числе главы из положения, из главы номер один, из тех глав, которые требуют созыва конституционного собрания и проведения референдума. А дело было... Милиции на них нужно жаловаться. Действительно, черт знает, что такое.